Всем здравствуйте! Известная актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая. Свое последнее пристанище артистка нашла на Троекуровском погосте 1 июня. На 9-й день вся семья собралась вместе у могилы Анастасии. Родные и близкие приехали на Троекуровское кладбище на 9-й день после смерти актрисы. Они привезли на могилу Анастасии новые букеты белых роз. Пока муж артистки Петр Чернышов заботливо расставлял бутоны по вазам, остальные члены семьи под траурным шатром накрывали поминальный стол. Вместе собрались мать Анастасии Валентина Борисовна, ее старшие дети Анна и Майкл с девушкой, а также младшая 5-летняя дочь Мила. Девочка вела себя непосредственно и своим поведением утешала скорбящую семью и наблюдала за пролетающими вертолетами. Пока все были заняты делом, малышка искала в траве жучков, предлагала поиграть со старшим братом, а затем громко воскликнула: «Папа, вертолет, смотри!». Близкие друзья Петра Чернышова верят в то, что именно единственная дочь поможет фигуристу пережить страшную потерю, ведь она его главный смысл в жизни. Отметим, что Чернышов с дочерью практически каждый день приезжают на могилу Анастасии. Конечно, возложенные к месту захоронения цветы уже начали увядать. Солнце и ветер делают свое дело, поэтому Петр ежедневно поправляет их и ставит свежие. Будем надеяться, что Чернышов сможет ради любимой дочери преодолеть все тяготы судьбы. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Всем удачи и пока!